Всем привет. Меня зовут Дмитрий Маканин. Я переместился в этот угол, чтобы не перекрывать функции программы. Мы опять поговорим про Illustrator. Рассмотрим, как объединить объекты. Запускаем Illustrator. Command N. Создать новый документ. Вот. Теперь у меня есть два объекта. Прямоугольник. Вызывается горячей клавишей M. И, скажем, овал клавишей L. Клавиша V ставит нейтральную позицию, объектный курсор. Процесс он уже предугадывает действие, он как бы Pathfinder включил вот, где прыгает мышка, но, допустим, proper здесь не включено. Находим меню Pathfinder. И первая кнопочка «Объединить объекты». Вот у меня новая форма. Можно объединить другим способом. Выделяем два объекта или объектным курсором и вытягиваем форму по поверхности всего объекта, или Command-A выделить все. И берем инструмент Blade Shape Tool. Вот он. Или вызывается клавишами Shift M. Он уже активирован. Когда я навожу на объект, они начинают мигать. Для того, чтобы объединить, я левую клавишу мыши на одном объекте и тяну мышь до другого. Все, мои объекты объединены. Клавиша V, объектный курсор.